Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Давайте поиграем с вами в Клэш. Клэш Рояль, короче. Ну что ж, поехали. Так, попробуем сделать вот так вот. Не знаю, что он там придумает. Ага, все, я понял тебя, братан. Высылаешь, значит, великана и бомбермена. Ну что же я могу сказать по этому поводу. Мы сделаем тогда вот так и тоже вызовем бомбермена. Бомбера по-русски. Ну, давайте, давайте колбасьте. И ведьму. Будем долбить этого гиганта. Все отлично, наша толпа рвет. Давайте теперь, наверное, с вами запустим туда гоблина. Не ошибся ли я случайно? Да нет, вроде бы все нормально должно быть. Так, на худой конец, ребята, у меня есть валькирия. Если что, выставляем сюда гоблинов. Пускай они ему покомпасируют, так сказать, мозги. Ага, вызывает лучников. Хорошо, мы тогда тоже вызовем. Так сказать, прикроем. Уже некого прикрывать, они убили. Черт подери, вот этот бомбер, блин, напрягает. Если честно, он особенно хорош против массовых скоплений. Тем более таких вот легких юнитов, так скажем. Как гоблины, скелеты, ну и так далее. Сейчас мне нужно уничтожить во что бы то ни стало его базу. И я, в принципе, уже догадываюсь, как мы это сделаем. Отправляю я туда гоблина в бочки. Ну, отлично, ребята, все, победа за нами. Лучше даже и пожелать нельзя. Так, отлично все. Ну что же, давайте теперь 2 на 2. Уж очень мне понравилась эта функция. В битве хаоса, как вы знаете, такой нету. Но она еще, не забывайте, ребята, по-моему, если не ошибаюсь, еще в бета-версии. Но я хочу, если честно, там тоже поигрывать периодически и создать свой русский клан. Потому что, ребята, там... Ох, смотрите, смотрите, с чего он начал. Так, погоди-ка, этот парень не прокатит. Черт подери, плохо, плохо все. Так, давайте бомбермена. Взрываем там все к ядрене фене. Так, отлично. Ну, этот гигантус у нас тут не пройдет. Он очень хорош для сдерживания, в принципе, отрядов наших. Надо здесь помогать нашему великану однозначно. Ёлки-палки, всех накрыл волной стрел. Так, ну, да-да, ребята, все отлично. Одну башню мы забомбили. Так, ну, давай стрелами, отлично. Ну, куда ж ты, вот... Немножко, конечно, не так, как хотелось бы, но тем не менее. Так, куда он, валькирия? Да, валькирию. Валькирию я выставляю сюда. Ага. Так, давай выставлять сюда гоблинов, молодец. Они сейчас забомбят, а я прикрою, так сказать, бомбером. Все, отлично, мы продвигаемся с вами дальше. Нет, смотрите, он сопротивляется. Как ни крути, я вызываю гиганта. Ну что же, посмотрим, к чему это все у нас тут приведет. Да, гигант у меня один, без охраны. Защищать его некому. Вот валькирия здесь появилась. Ну и скелеты, естественно, пали. Сейчас плетит у меня гоблин туда в помощь. Ну что ж, ребята, все, в принципе, победа за нами. Я нас поздравляю. Это очень было хорошо. Так, ну что же, давайте продолжим с вами проходить. Очень мало у меня, конечно, денег. Хотелось бы побольше. Хоть купить какие-нибудь еще карты. Костяная яма, значит, у нас уровень. Член команды Мэтво. Ладно. Смотри, как он лихо начал, а? А я вот так вот сделаю. Так. О-о-о-о, подожди, давай-ка вот здесь вот так вот сделаем. Ну, а сюда, естественно, мы выставляем лучника. Смотрите, он сейчас будет... Нет, надо было вот туда вот. Тебе, конечно, бомбануть. Немножко не так сделал, ну ладно. Да-да-да, тут мы, скорее всего, ребят, проиграем, потому что чисто массой берет. Как говорится, мелкие хмыри, но их очень здесь у него много.
Давайте Валькирию. Она против них достаточно эффективна. Против всяких мелких гадов. Так, и он здесь тоже, смотрю, Валькирию. Оу, ребята, елки-палки. Я только сейчас увидел, что у него здесь стоят две башни. Он поставил с этими с гоблинами. Они сейчас будут нас просто досаждать. Но у меня есть только один вариант. Один вариант сделать. Это туда кинуть. А у меня, к сожалению, нечего бросать. Я не знаю, как в отличие от моего напарника. Смотрите, что он творит, гаденыш. Вот, ты правильно сейчас сделаешь. Бросай туда фаербол. Ну что ты не запульнул-то, а? Эти же орки нас сейчас достанут. Ладно, я тогда брошу туда сам бочку. Вот так, пускай они там раздеребанят. Вот, это уже другой разговор. Так, естественно, у меня здесь будет выходить Валькирия. Че, мой напарник уснул, что ли? Я не могу понять, где? Да, ты долго, братишка, соображаешь. И я не поверю, что у тебя там не было магии или чуть-чуть в этом роде, чтобы вызвать юнита. Блин, бочки нету, ребята, вот че фигово. Жаль, конечно, что нету бочонка. Я бы туда бы сейчас запнул. Опять он выстрелил этот орочий домик. Сами вы прекрасно видите. Давайте вот так вот. И я запуливаю туда бочонок. Не знаю, что они там натворят, что они там сделают. Ну куда ты фаербол-то бомбишь-то? Ёлки-палки, ты... Ну ты даешь, конечно, браток. Надо было, блин, бросать сюда. Почему я бросаю, а он нет? Дурень, потому что. Ну, все. Началось, блин. Так, давайте лучников хотя бы. Я не знаю. Смотри, что творит. Что творит, а? Он берет массы. Элементарно массуха берет. Не тут-то было. Ну, отлично. Отлично. Хрен там, ребята, какое отлично. Ну, у него, видите, у него прокачанные гоблины, извините меня, 6 и 5 уровня. У меня таких и нету вообще. Так, ладно. Фиг ли грустить. Надо дальше идти в бой. Так. Ну, давайте я буду также мозги компостировать. Так, и лучников. Ну и чё? Напарничек, алё! Понятно, короче, подставной чувак, блин. А, какой напарничек? Я выбрал совсем другую игру. Ёлки-палки, ребята. Вот это я тупанул, я ж хотел... Напарничка жду, блин. Ой, дурила. Ладно, придется тратить бочку с гоблинами. Что ж поделаешь-то? Как же я так лопухнулся-то, а? Жду напарника, называется, ага. Я выбрал одиночку. Ой, блин, смех на парке, тут ничего не скажешь. Ладно, давайте, раз уж выбрали одиночку, блин. Проходить одиночку, блин, тогда. Так, давай, Бомбермен, иди. Ага, он вызвал лучников, это очень и очень плохо, ребята. Ну давай, Валькирия, быстрее. Так, отлично. Все, гоблины. Гоблины сейчас получат свое, это однозначно. И я вот, знаете, что думаю? Кинуть туда бочонок. Надеюсь, у меня все выйдет, что я хотел. Да, ребята, все у меня получается. Но этот мушкетчик тут далеко не уйдет. Его сейчас расстреляют, это однозначно. Ну а я вызываю ведьму. Да, стоит она дорого. Но есть небольшой шанс, что она сможет дойти. Так. Смотри, что тут делать, а? Конником хочет разбомбить мне базу. Но, как видите, победа за мной, ребята. Ладно. Одиночки это хорошо, но я больше как-то люблю в паре. Мне одиночки хватает и в битве хаоса. Так что давайте с вами будем парную игру проходить. Пока она не закончилась, и пока у нас есть время и возможности. Долина чар. Ого, такого у меня раньше не было, ребята, не помню. По крайней мере, я выставляю домик. Так, что он там? Ага, он, значит, вызывает ведьму. Так, давайте вот так мы сделаем.
Оу-оу-оу-оу-оу, Пека, 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 успокойся. Успокойся, Пека. Ну, завалим, завалили, отлично. Так, этих скелетиков мы сейчас уберем. Лучники, надеюсь, свое дело сделают. Смогут, успеют. Ну, не успеют, так. Вот эта орда скелетиков моего напарника. Со стрелами он, конечно, промахнулся маленько. Вы сами прекрасно видели, что тут получилось. Две валькирии на линии. Я думаю, что это довольно хорошо. Но здесь, смотрите, подходит мечник. И надо нам мечника сносить обязательно, потому что мы теряем с вами, к сожалению, одну из башен. Ну и он тоже теряет, ребята. И он тоже теряет. Я вызываю бомбермена. Так, у меня здесь, кстати, уже подготовился гоблин в бочке. Я сейчас его буду отправлять вот сюда, ребята. И я думаю, что мы уже снесем все-таки второй. Нет, хотя не хватит. Нет, не хватило маленько мощей чуть-чуть. Ну, мушкетчика-то мы в любом случае снесем. Так, он вызывает Пеку, мой напарник. Пека, я смотрю, у него довольно прокачанный по ходу дела. Он вызывает отряд скелетов. И этот делает то же самое. Так, давайте вот так сделаем. Валькирия рубит тут их всех. Да, действительно, Пека был у него прокачанный. Но, тем не менее, ребята, мы здесь побеждаем. Отлично, получаем 3 короны. Спасибо. Удачи. Так, ну что же, и мы с вами продолжаем бой. 2-2. Быстрый. Как говорится, поехали. Ух, так, что у нас тут? Легендарное, чего-то там не успел прочитать. Немножечко отвлекся, но, в принципе, это и не суть. Ага, смотрите. Он вызывает кучу скелетов. Так, а я вызову, наверное, с вами вот так вот ведьму. Так, отлично. Пока все идет хорошо. Бочка моя пошла. Ну, давайте, гоблинцы. Черт подери. Вот чего я ненавижу, это вот этих вот драконов. Особенно, которые под прикрытием. Под прикрытием лучников. И тем более он здесь вызвал еще Пеку этого. Чертов Пека. И у нас с ним, по ходу дела, откат по мане. Давайте я вызываю мушкетера. Он хоть как-то, наверное, успеет, нет? Черт подери, довольно как-то быстро нам снесли базу, если честно. Точнее, не базу, а, ну, вы поняли, короче. Башню. Давай, бомбермен. Он что-то выжидает. Ага, Пека. Пека у него второго уровня. Хорошо, я вызову сейчас валькирию. И он вызывает валькирию. Отлично, давайте вот так вот сделаем. Ну, где мой этот-то, хламон-то? Где напарник-то? Эй! Все, короче, понятно, ребята. Напарник слился. Я здесь один не справлюсь. Бесполезно. Тут не моя вина. Надо быть таким чертом, а? Помойным, блин. Шмейден, блин, 89. Лох какой-то. Криворукий, блин. Ладно, из-за этого идиота только, блин, каточку профукали. Так, ну, я надеюсь, что этот парнишка будет нормально играть. Не то, что тот лошара, блин. Что ты мне тут Пеку высылаешь этого? Хорошо, давай сделаем вот так и вот так. Ну, отлично, пока все идет хорошо. Даже очень. Я бочонок послал. Ну вот нафига ты вот используешь стрелы-то туда? Ё-моё, я не понимаю вот этого. Они бы пригодились бы. Нет, он, блядь, берет их и просто-напросто тратит. Для чего? Ума не приложу. Просто-напросто. Так, Пека. Давай. Скелеты, дожимаем его. Отлично, я вызываю бомбера. Блин, что-то я далековато его куда-то поставил. Там добредет. Но, тем не менее, все, здесь мы разобрались. Хе-хе, гоблины. Так, он вызывает Пеку, у меня напарник. Черт подери, хорошо, что я не успел поставить свою дорогую валькирию. Так, он прикрывает. В принципе, он правильно сейчас делает.
Ну что там за лох еще? Ага, Валькирию он вызвал. Блин, и она разбомбила это все. Но опять он тратит стрелы. Да нахрена ты это делаешь-то? Я вот не понимаю вот этого вот, блин. Балбесина какой-то. Я понимаю, у него там стрелы были бы, блин, охренеть прокачаны. Там ерунда, блин, полнейшая. Ладно, все, здесь мы сделали свое грязное дело. Давай, давай, Валькирия, давай. Выставляем. Все, здесь порвали мы, да? Ну, должны, по идее, да, пеки нету. Валькирия у меня один на один с рыцарем. Я еще бомбермена здесь поставлю. Как раз вот против этих вот дурацких орков. Он задолбал, честно говоря, своими великанами. Что же делать-то, что же делать? Давайте тогда я сделаю так, ведьму. И будем этим скелетом его досаждать. Смотри-ка, что творит, а? Подлец. Ну, я думаю, что этот фокус не прокатит. Ха-ха! Тем более, тут такая орда скелетов, что мама не горюй. Так, и теперь самое время мне вызывать моего великана. Черт подери, неплохо, неплохо бункнуло там. Так, уничтожаем мы вторую башню у него. Да, разнесли, я ничего не говорю, ребята. Давайте, Валькирия. Вот так вот. Два лучника, два отряда лучников, в принципе, сейчас порвут. Вот этих всех тут кто пришел. Так, ну что же, бой у нас продолжается, ребята. Я вызываю Гигантуса. Бендермена. Так, должны потянуть, ребят. Так, еще лучников вызовем. Так, он вызывает кучу скелетов, отлично. И я кидану-ка туда орков, пожалуй. Почему я их называю орки, когда это гоблины? Черт, ребята, чуть-чуть буквально не хватает нам. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо! Ну нафиг, этого только не хватало. Чтоб мы тут еще продули. Блин, ничья. Ничья, ребята. Но, тем не менее, баталия была довольно интересная. Такая, ну, скажем так, напряженная. Так, что тут у нас есть? Дружеский... Оу! Это что тут? Мы получили клановый сундук. Твоя награда. А как мне его получить? Клановый сундук-то, а, ребят? Как мне его получить? Или я не могу? А, все, я понял, ребята. Это нужно, когда их будет здесь, по ходу дела, 10 сундуков, да? Ладно, хорошо, фиг с ним. Давайте продолжать с вами бой 2 на 2 с компаньонами, так скажем. Ну, а потом, возможно, я немножечко поиграю в Battle House. Ну что такое, где все игроки спят? Нет, кто-то проснулся. Королевская арена. Ух, как говорится, была, не была. Опа-на, кстати, мой напарник сейчас уже в том отряде. Ха-ха-ха, мы же с ним только что вот были недавно. Да, да. Так, смотрите, что он делает. Мы вот так тоже делаем. И бендермена вызываем. Так, и, естественно, лучников. Ну что ты, куда ты отправил-то, ёпрасоте? Я не понимаю, если честно говоря, вот этот вот ход его. Так, ладно. Черт, от башни-то там чуть-чуть буквально не хватило, чтобы ее разбить нам. Ну, придется мушкетчика вызвать, фиг делаешь. Два мушкетчика. Слушайте, довольно неплохо, этого дракона мы порвали. Там 145 хп у башенки. Давайте, 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 давайте некроманта этого валим. Я здесь, если что, сейчас Валькирию на прикрытие поставлю. Смотри-ка, бомбермен там делается, а? Так, отлично. И вызываем еще одного бомбермена. Вот, в принципе, для чего он нам и нужен был.
Ну, кидай давай, уничтожай всех. Отлично. Тут зачистку мы сделали. Так, погнали. Что такое, блин? Он вызвал мечика, а мой вызывает Пеку. Здесь Пеку у него хоть немножко-то раскачанный. Ну, смотрите-ка, справился он, справился с Валькирией. Ну, а со второй ему, конечно же, не совладать. Зачем ты будешь сейчас ставить великана? Нахрена ты вот сейчас это сделал, а? Ты слил кучу маны, и все для чего? Для того, чтобы отвлечь? Ну, не знаю, не знаю, ребята. Так, две валькирии, думаю, здесь сейчас порвем. Что ты там, Пека, бежишь? Бомбермен, отлично. Оу-оу-оу-оу. Смотри, что творит. Так, он настроился-то очень хреновенько, ребят. Так. Черт, я вызываю ведьму, ребята. Я вызываю ведьму. Вся надежда, что мы успеем. Успеем. Так, даже не буду я тогда этого делать. И этого тоже пока делать не буду. Пускай подойдут поближе. А вот сейчас вытащу. Черт, да, слишком рановато. Поздновато. Давай, бомби. Ну? Успеем, нет? Черт, с два, ребята. Мне буквально чуть-чуть не хватило, чтобы гоблины долетели до башни и уничтожили его. Я не знаю, этот напарник тоже, че он там тупил, ни черта вообще не делал в данный момент. Хрен с ним, блин. Игра есть игра. Блин, ну нервная игра, если честно. Сколько нервов я уже истрепал. Так, хорошо, что здесь у меня есть дракончик у моего напарника. В принципе, мне это нравится. Так, ну что, все тихорятся? Так, а мы тогда сделаем вот так. Ну и что, кто кого, блин? Не поймешь, блин, кто кого. Что ты там психуешь, блин? Вот это нежданчик, ребята, был сейчас в данный момент. Да. Ёлки-палки, орда скелетов. Так, подожди, тут нужна валькирия, это однозначно. Ты, ты, ёб твою медь. Знал бы я бы не отправлял бы валькирию, если бы... Ладно, давай, мушкетчик, бомби. Бомби этого рыцаря. Да. Конечно, пожертвовал мушкетчицей, но и хрец. Давай, давай, давай. Кто мне тут? Не знаю, может быть, ведьма тут будет лучше. Давайте сделаем. Хотя, ни хрена она тут мне лучше не будет. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, 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 что происходит. Смотри, что происходит, а, ребят. Давит. Ну, в принципе, он правильно сделал, что вызвал валькирию. Должны мы тут справиться. Я вызову еще бомбермена. Ага, все, я понял. Он, смотрите, выставил эту базу орков, которая будет нам сейчас компенсировать мозги. Интересно, успеет у меня гоблинок ее разбомбить или нет? Ну, отлично, они разбомбили. И это очень хорошо. Так, давайте-ка мы тоже вызовем. Пускай орки теперь им покомпасируют мозги. И мушкетчика. Обязательно сюда вызовем мушкетчика и лучника. Ну что, должны справиться. Я еще сюда вызову бомбермена. Так, я отправляю опять туда бочку. Так, отлично. Ну что же, вроде бы пока довольно неплохо. Есть, так сказать, шанс. Так, пошел отсчет, что он тут будет делать. Да, походу дела ничего, ребята. Победа за нами. Блин,
Вот это был бой, ребята. Вот это я понимаю. Вот что называется сложная команда, ребят. Вот, Педро, ты умница, молодец. Как говорится, респект и уважуха. Не оторвать, не взять, как говорится. Ничего лишнего не сказать. И сыграно замечательно, и вообще все хорошо. Костяная яма, ребята, у нас следующий уровень. Анархист со мной в пати. Так, ну что ж, давайте я начну, наверное, с домика. Не знаю, я его, честно говоря, думаю, может быть, заменить в ближайшее время. Так, пека. Смотри, что происходит, ребята. Так, сюда вызываем валькирию, обязательно валькирию. Ну вот зачем ты это сейчас сделал? Ну ты же видел прекрасно, что я туда метил валькирию. Нет, блин, все равно чудит. Так, не буду я пока бочку тратить. Поставлю сюда мушкетчик, наверное, ребят. Воу-воу-воу-воу, пека-то у него, смотри какой, прям как пека. Да, что-то они тут нас прижимают, если честно. Так, рыцарь, тут валькирия. Придется мне вот сюда тратить гоблина, ребят, как ни крути. Надо как-то выкручиваться из этой ситуации. Фак, что же он там творит, а? Зря я бомбермена поставил. Да ладно, в принципе, не жалко. Так, он поставил тоже домик. Вот это хорошо, кстати, что домик он поставил. И я, кстати, то же самое сделаю с этой стороны. Пускай компассирует мозги им, обоим, с двух сторон, как говорится. Так, идет мечник на нас. Ну, блин. Хреново, очень это сейчас хреново было сделано, ребята. Короче, пора уничтожать ему, по-моему, эту башню. Он меня надоел, если честно. Так, отправляю туда. Черт, я туда кинул бочку. Ну, эти скелетики тут вас не спасут, ребят, уже в данный момент. Так что, можете особо тут не пыхтеть. Бомбардир очень хорошо сработал в данный момент. Просто замечательно. Да, валькирия, конечно, сейчас тут покомпасирует нам мозги. Но мушкетчик ее убивает. И мы, в принципе, ребята, разносим в хлам ему базу. Все, Пека свое дело сделал, так скажем. Ух, хорошо. Блин, обожаю выигрывать, но ненавижу проигрывать. Ну что ж, давайте тогда с вами, я не знаю, может быть, очередной бой. Больше ничего нету, вот тут, видите, все через 20 часов, через 30. Тут 3 часа ждать королевский сундук. Почему вот этот, блин, а? Клановый сундук. Взять я его не могу. Содержит минимум одну редкую карту. Одну редкую карту. Запрос на карты. А какая мне нужна карта? Мне бы, наверное, ребят, не помешало бы. О, почему бы и нет? Может быть, есть у кого-нибудь одна картишка на гиганта мне. Хотя я, в принципе, если честно, не особо им пользуюсь. Ну ладно, давайте еще разочек сыграем с вами в один бой. И Рейчик пойдет что-нибудь другое поделает. Может быть, поиграет что-нибудь другое. Так, смотри, как довольно круто он делает. Мы делаем так. И вот так. Так, ну в принципе неплохо. Разорвали просто в хлам, блин. Все. Но это нам, ребята, по-моему, сейчас боком выйдет, он по мне снесут. Ну мы тоже в принципе снесли. Так, ладно. Ну, бейте Пеку. Все, Пеку рокнули. Не осталось больше от Пеки. Даже Пеки. Да, забомбили. Но, ребят, по-моему, хана его базе. Все. Очень быстрый получился бой. Конечно, зря он послал двух великанов. Я ума не приложу, для чего он это сделал. Ну что же, дорогие мои ребятушки.
На этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы с вами увидимся в новых сериях, в следующих видосиках. А на этом все. Всем пока и удачи.